Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сериале Мазин Холли Плей. Первый сериал, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, как по названию ролика вы поняли, что сегодня речь пойдет о Мурке. Кто не знает, кто такая Мурка или что такое Мурка, или вообще не понимает, что происходит. Мурка — это моя BMW M5 E60. Почему Мурка? Ну, думаю, тут легко догадаться, потому что номера Мур 3-7. И прозвище у него Мурка. Как бы да. Эта машина у меня уже находится во владении больше года, это точно. А на сервере находится, наверное, уже года 2-3 точно так же. Почему я так уверен, что ей уже 2 или 3 года? Да, потому что у данной машины ГОСКа 900 тысяч. А ГОСКа 900 тысяч была перед первой ГО. Перед первой ГО, короче, была ГОСКа у этой машины 900 тысяч в автосалоне. И вот она у меня уже больше года. И это получается, что ей, ну, 2 года точно, потому что ГО выходила первая очень уже давно. Ну, года 2 назад. И вот недавно я на ней проехал уже 30 тысяч километров. Да, пацаны, вот, можете сами наблюдать. Модель BMW M5 E60, 466 ID машины, в криминалке, кто не знал, номер Мур 3-7, стоимость ее 900 тысяч. Я в эту машину уже вложил, ну, больше 3 миллионов, наверное, скорее всего, потому что я 2 раза делал ТО, это уже минус лям, потом плюс чипы ставил, там, ремонт и так далее. Короче, очень много денег потратил на нее, дороже, чем она сама стоит по ГОСУ. Но я не жалею, я готов в эту машину вложить все свои деньги. И эту машину, у меня многие хотели у меня ее купить и хотят ее купить, мне в ВК писали, вот, даже недавно. Но я ни за какие деньги ее не продам, серьезно. Я ни за какие бабки эту машину не продам. Не потому, что мне там ее жалко, да, мне жалко, во-первых. Зачем продавать то, что тебе дает много удовольствия? Я не понимаю людей, какие продают машины свои, какие им приносят удовольствие, и они их продают. Мне эта тачка очень много приносит удовольствия. Ездит на ней там, она красивая, мне очень нравится этот кузов. Это моя любимая машина в жизни. И я не готов ее продать, серьезно. Да, да, предлагали мне и дороже, чем она вообще стоит. Но даже если предложат за 100 миллионов, я ее не продам. Вы скажете, что дурак, ты можешь за эти 100 миллионов купить себе, блядь, много этих машин, таких самых. Такую самую, пацаны, вы не купите, потому что номера Мур. Я на ней накатал 30 тысяч, она мне же как родная. Просто, я люблю эту машину. И, кстати, у меня моделька, видите, изменена. Это моделька, модпакера Мазинга, короче, новая моделька вот такая вот. Кто не видел, она без номеров, на стандартных дисках, какие мне очень нравятся. Тесла моделька качественный и разбивается тоже качественный. Можете найти на канале у меня видосик. Я долго думал, снимать про нее видосик или нет, но я думаю, сниму, потому что, блин, это хотя бы будет память о ней, если вдруг с ней что-то случится. Да и я думаю, вы любите эту машину, зрители моего канала. Возможно, новые зрители, конечно, не любят эту машину, потому что они ее не знают. Ну а старые подписчики или кто видел про нее видосы, я думаю, все любят эту машину. Я на ней недавно проехал всю карту, можете посмотреть об этом видео, за сколько я проехал. Я на ней много трюков делал, много вообще на ней наездил, много чего с ней повидал и так далее. Поэтому вот такие вот дела. Давайте я сяду за руль, и мы наконец-то прокатимся, я думаю. Давайте я включу основные тикздравы, просто так было красивее, я думаю. Так, нет, я не хочу ник менять, спасибо. Так, выключаем основные тикздравы и заводимся. Заводимся и выезжаем отсюда. Машина, блин, мне это очень нравится. Я на ней постоянно езжу. У меня, да, есть GTR, там оно Yamaha, но эта машина у меня номер один. Она, ее никто не переплюнет, эту машину, серьезно. Никакая машина ее не переплюнет. Ни Rolls-Royce, никакая Ferrari, никакая Lamborghini эту машину не переплюнет. Я вам серьезно говорю. Это просто самая лучшая машина на сервере, да и в реальной жизни я тоже считаю, что это самая лучшая и красивая машина. Как бы да.
Максимальная скорость у моей мурки это 196 километров. На ней стоит 2 чипа. На ней стоит 2 чипа. Видите, она валит просто по-жесткому, реально. Вот, максималочку вам покажу. 195, видите, держится, ну, падает, вот. Вот, 195. Ну, 196 я на ней выжимал. Ну, вон, 197 было, короче. Ну, вы поняли. Грубо говоря, 200 километров она едет. И я на ней просто идеально езжу. Лучше меня на ней никто не ездит. Вы сами это прекрасно видели. Кто смотрел даже видос про то, как я на ней ездил. Или то, как я объехал всю карту на ней. Что по видео видно, что я на ней просто идеально езжу. Идеально вписываюсь в повороты и так далее. Поэтому меня на ней никто не обгонит. Видели, как просто близко было. Ну, это было случайно, но вообще я на ней просто охуенно езжу. Я музончик, пацаны, вечером захожу, музончик рубаю. И гоняю на ней просто. Дрифтую там. Там шашечки и так далее. Машина мне это очень нравится. Она мне просто удовольствие приносит. Я захожу поиграть на мазинг просто ради нее в основном. Понимаете, когда там не снимаю. Я захожу чисто, чтобы покататься на этой машине. Потому что она мне приносит очень много удовольствия. От того, как она едет. От того, как она выглядит. От того, как она рулится. От того, как она... Просто бомба, реально, блин. У меня нету слов. Я просто обожаю эту машину. Я готов про нее говорить сутками напролет просто. Потому что эта машина идеал. Мой идеал. Это лично мой идеал. Не знаю, там может кому-то другая марка машин нравится. Возможно, кому-то вообще вот эта BMW в этом кузове не нравится. У каждого свое мнение, свои вкусы. И каждый сам решает, что ему нравится, что ему нет. Ну, а я просто кайфую от этой машины и... Я ни в коем случае не собираюсь ее продавать. У меня даже мысли не было о том, чтобы ее продать. Хотя мне предлагали ее продать. Цену я даже не спрашивал, потому что я сразу говорил, что я не продаю эту машину ни за какие деньги. Серьезно, я ее ни за какие деньги не продам. Что BMW у меня была 3S3 восьмерки, я ни за какие деньги не продавал. Хотя предлагали и 30 миллионов за нее. Но я все равно не продавал. Ну, потом меня деактивировали, понятное дело, что сейчас у меня ее нету, потому что она улетела в непонятно куда, просто в ГОС, и все. Как бы умерла просто, исчезла. А вот эта машина у меня уже тоже долгое время, и та тачка у меня была долгое время. И вообще, желания продавать что эту машину, что ту не было. Поэтому вот такие вот дела. Юбилейная такая серия, можно сказать, день рождения, ну не день рождения у Мурки, ну просто юбилей у Мурки. 30 тысяч километров пробег. На той BMW 3S3 восьмерке у меня пробег был 32 тысячи. Я это помню. Это последний пробег, какой я на ней помню. 32 тысячи. Здесь уже почти 30 тысяч 300 пробег. Но думаю, 32 тысячи тоже будет легко, в принципе, добить. Но я на ней просто катаюсь, никак не багаю. Хотя я знаю баг, как накручивать пробег. Но я такой хуйней не страдаю, на самом деле. Я просто сам лично не катаюсь. И кто меня на сервере видит из подписчиков, постоянно видит, что я на Мурке. И постоянно я гоняю на ней и просто боком раздаю. Просто ебашу на все деньги. Но потом приходится ее чинить на все деньги. Потому что износ быстро приходит. Я его не тяну чинил. Давайте сейчас посмотрим карпас. Так, уже 87, понимаете, уже 3% я потратил. Хотя я чинил я ее, по-моему, 2 или 3 дня назад. Она уже 3% нету, как бы. Я слышал, что чем больше пробег, тем быстрее износ идет. Но я не знаю, правда это или нет. Дай мне честно похуй. Я готов в нее влаживать в бабки, чтобы она жила, чтобы я на ней передвигался, кайфовал и так далее. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.